Песков не стал строить предложение о действиях Кремля на случай отставки, предположение на случай отставки Лукашенко. Я бы в такие, там что-то, не вижу, что там за слова какие-то. Ну, в общем, короче, он куда-то там не полез, по 18-метровой палкой не стал бы это трогать. Конечно, они строят и не предположение, а строят политику. И отставка Лукашенко в этой политике и имеет главную роль. Но именно таким образом, чтобы после Лукашенко был кто-то путинский. Или после Лукашенко Беларусь была частью территории России. Об этом они размышляют. Пока им не хочется трогать Лукашенко. Им нужно сделать так, чтобы Лукашенко, ну, был тем, как бы сказать, медиатором, да, который передаст Беларусь России, то есть который был бы связующим звеном. Я думаю, что рассматривается вопрос об уничтожении Лукашенко и переводе стрелок на оппозицию, там США, там кого угодно. То есть для них очень приятно было бы, то есть, подписать все те документы, которые они хотят подписать и которые уже, наверное, подписали. Я думаю, что там тайных протоколов огромное количество, а потом устранить Лукашенко и свалить на оппозицию, что это все делали какие-то там спецслужбы Запада, какие-то там террористы, блядь, Мальцева, там, я не знаю, кто угодно. Барель заявил, что Евросоюз не признает легитимность президента Лукашенко. Вот как можно так заявить, а? Какого президента? Если они не признают легитимность, то какого президента нахрен? Да, он должен по-другому называться, ни в коем случае не президент, он должен называться там, блядь, узурпатор, там, я не знаю, там, преступник, как угодно, не президент. Ну как вот Евросоюз рассматривает, не, мы президент Лукашенко не признаем легитимность, вы уже признали, назвав его президентом, ни в коем случае этого не должно быть, никогда, ни при каких обстоятельствах не надо наполнять эту информацию и накачивать, никакой он не президент.